основная масса людей и в регионах, и в Минске не поддержала протест. Сейчас осознание этого стало еще серьезнее. Сейчас уже очень много наивных людей, которые поддерживали протесты, они осознали степень своей глупости. Ну, например, я убежден, сегодня нельзя будет так вот манипулировать через Телеграм людьми, как это было тогда. Сегодня вот просто так, просто потому что написали в Телеграм-канале, люди не пойдут блокировать железную дорогу, вот, не пойдут строить баррикады или что-то, или ходить даже по улицам тупо. Вот. А тогда на этой наивности, на новизне ходили. Потом сегодня есть понимание, что оппозиционные лидеры не идеальны, скажем так. Сегодня, мягко, да, мягко. Мягко сказать. Я просто, как бы сказать, я стараюсь избегать, когда я выступаю публично, резких выражений, потому что я даю отчет, что то, такое. Что может быть, да. Вот, и сейчас, кстати, об этом мы сейчас и говорим, что сегодня уже, так как вот тогда, не поверят, не пойдут. Уже понимают, что есть деньги, деньги влияют. Вот, сегодня уже посмотрели на Протасевича. Вот, год назад он всеми манипулировал, там, колонна марширует туда, колонна марширует сюда. Сегодня уже видно, кто манипулировал. Поэтому сегодня просто произошло за год отрезвление основной массы тех, кто сочувствовал протестам. И вот это эти два процесса, то есть жизнь людей, которые не сочувствовали протестующим, и жизнь тех, кто отрезвел, они смыкаются. В принципе, в регионах все стабильно.